Ну что, всем привет! Приветствую вас на канале Просто Мария. Сегодня хочу просто показать, какой у нас праздничный обед на 9 мая. Что мы приготовили. Ссылка будет под видео на пиццу, на тофу. Ну, немножко нашей атмосферы. Вот. Привет. Санёк уже здесь трапезничает, да? У него пюрешка, салат был, он уже все съел. Вот, сейчас будем кушать. Мама, всех поздравлять. Мам. Ну что, мам, передай привет моим подписчикам. Всем передаю, Машиным подписчикам, привет. Спасибо, что ее поддерживаете. Спасибо, что вы у нее заходите на канал, смотрите, как она кушает красиво. Ну и спасибо, мои девчули милые. Спасибо. И ребята, а то обижаться стали. Всем привет. У нас сегодня 9 мая. Вот такой стол праздничный у нас. Да, мам? Все, что мы любим. Простой, да. Уже сейчас не заморачиваемся. Вот, готовим, что любим, да, и все. С праздником 9 мая. Спасибо всем тем, кто воевал. Если бы не они, сейчас бы мы с вами здесь не сидели и не праздновали, и не было у нас бы такого праздника. Поэтому самое главное, желаю мира, чтобы никогда больше этого не повторялось. Счастья, добра в ваши дома, чтобы дети никогда не болели, как всегда. Деды у тебя воевали обои. Да. Папа подсказывает, деды у меня воевали. Обои, царство им небесное. Поэтому спасибо огромное. Это такой знаменательный день в нашей жизни. Выпьем за это с вами. И по мукбанчу. У нас тофу, салат и пицца. В общем, приготовили то, что любим, да, мам? Да, конечно. Сейчас уже не до воображения. Угу. Сейчас, честно, если никому не легко. Не говори. А продукты почему? Вот эксперимент за 100 рублей. Я думала, вообще ничего не смогу купить за 100 рублей. Ну, потому что цены-то подняли. Вообще. Я хотела сделать суп с мяса. Мясо, что останется, сделать как бы второе. Макароны с мясом. Как типа макароны по-флотски. Но в итоге в магазине нигде на развес не продают. Ни макароны, никакие крупы. Мясо дорогущее. Сосиски тоже вышли. Что-то дорого прям. Я отдала. Ну, 35. Ну, 35 рублей. Две сосиски. Ну, ничего. Прорвемся. Да овощи дорогие. Вот даже сезон сейчас начнется. Огородники, кто будут на рынке, все равно все очень дорого. Помидоры дорогие. Пап, я вот не помню, в том году сколько помидоров стоили? 350 килограмм. 350. Не было лета. Ну. А, ну, то же самое. Да еще и подороже будет. Угу. Каждым овощи годом... дорогие. Вот и едим. Что мы едим? Хлеб, да хлеб, хлеб. С каждым годом хлеба нет. Конечно. Угу. Тофу выручает. Угу. 15 рублей стоит, кстати, одна упаковка. Почему-то в интернете рецептов нет этого тофу, кроме нас. Угу. Оно самое нежное. Салат твой любимый, что ты не ешь? Мы когда первый раз тофу попробовали, который квадратный идет, этот жесткий, мы так плевались, заказали целое блюдо, так плевались, не понравилось. Потом пришли в китайскую кухню, нам сказали, вот закажите тофу. Мы нет, нет, мы уже пробовали, такая типа гадость. Они нет, вы, оно совсем типа другое, закажите. Все, мы заказали, и после этого только его заказываем по 2-3 порции. Мы сейчас сами готовим. Я мне не давай больше. У Санька сегодня пир, он так пиццу любит. Пока бабушка готовила. Баба, ням-ням. Баба, ням-ням. Вот он сидит, главный пиццажорик. Тут он компот себе налил. Там пюрешка со сметаной у него. Салатик был. Полтора куска пиццы съел. Санек, ты как? Бодрячком, передай привет подписчикам. Помахай, поцелуй воздушный. Ой, что моя шладкая. Вот такие мы деловые. Привет.
Пицца прям вкусная. Осторожно. Это каркаде. Да. Каркаде — это у нас такой витаминный напиток. Когда ничего нет, ни соков, ничего делается моментально. Ну а что, попробуй, сейчас сок не купишь. 100 рублей, 150 пакет. А надо, да, вот так, сейчас за стол пару пакетов. Угу. Дед, ты что, наелся? Да. Ну, до свидули тогда. Да. Скоро у Маши день рождения, будем тортик печь. Угу. 25 мая. Ждем подарков. Ну что, всем спасибо, что отметили с нами, что побыли с нами. Всех еще раз с праздником. Счастья, добра в ваши дома. До новых встреч. Пока-пока всем. Пока-пока.